Вавилонского и шли обратно к Сиону. Zion, of course, Jerusalem. Сион, Сиону, то есть в Иерусалим. And it says right here in the first verse. И вот здесь уже в первом стихе говорится. When the Lord brought back the captives to Zion. То когда Бог возвращал пленных в Сион. We were like men who dream. Мы были как видящие во сне, как мечтающие. You know, we live in a time. Мы живем в то время. Both in the world and in the church. Как что в миру, что в церкви. When men have forgotten the dream. Люди утратили мечту. And yet the greatest dreamer of all time was Jesus. Но самым великим мечтателем всех времен и народов был Иисус. He dreamed to change the world in a generation. Он мечтал о том, чтобы изменить мир в его жизни, в его поколении. And his dream became a reality. И его мечта стала реальностью. Anybody that dares to follow Jesus. Любой, кто решится следовать за Христом, also dares to dream the same dream. Решает таким образом мечтать точно так же, как он. To change the world. Изменить мир. Amen. When Jesus came to the earth, когда Иисус пришел на землю, he was called the Savior of the world. Его называли спасителем мира. But he was the only one with that dream. Но при этом он был единственным человеком с этой мечтой. Then in Luke chapter 6, и потом в Луки 6 главе, we find that he chooses the 12 apostles. Мы видим, как он избирает 12 апостолов. And they give him the dream. Jesus gives them the dream. Иисус дает уже им эту мечту. Then in Luke chapter 10, потом в Луки 10 главе, Jesus chooses 72 more. Иисус избирает еще 72 человека. Turn there, Luke 10. Лука 10, 10 глава.